бывает такое, что как бы девушки издалека кажутся такими гламурными, суперскими, да, там ухоженными. И твое воображение, вот, кстати, они проходят мимо. Вот они, может, снять их, чувак. Вот, смотри. Да, я снимаю. И твое воображение, оно тебе рисует такую картину, что меня сейчас пошлют. Она такая. А подходишь, короче, ближе и понимаешь, что у нее какие-то дефекты. То у нее зуб кривой, то хуй на лбу растет, то у нее. Вот у этой девки было, короче, очень такое нахмуренное лицо. И короче, у нее такие вот на себе не показывают, очень коричневые какие-то, полугнилые, не дай бог, вкус зубы. Поэтому, парни, ну, когда вы видите издалека, не надо рисовать себе картину, что это богиня. Вы сначала подойдите и посмотрите поближе. Посмотрите, как это бывает. Да не, я к вам. А, в смысле? И погоди, сразу бежать. Что такое? Я, кстати, к вам, подожди, ну, тихо, мы же общаемся, куда ты бежишь? Что? Да не, я не знаком, если это вы как-то опережаете события вообще. Не, слушай, дайте я вам просто что-нибудь это самое хорошее пожелаю, Валя, вы как-то это, издалека были лучше, девчонки, без обид. Хорошего вечера.